Там корпус, а, греет. Ну мы едим тогда пока. А ты там соблюдай все правила страховки. Не меньше двух точек. В смысле двух? Все? Восьмерку должны вперед поставить. Да, должен быть справа, если ты старше. Потому что они тебе сейчас пригодятся. Ага. Сейчас придется. Ты, конечно, можешь ими не пользоваться. Пролезть по-пацански. Сейчас ты ставишь, я тебе расскажу. Как шархан? Хочешь, надо сейчас говорить не пацанистый, а шарханистый. А, типа, чтобы не повиснуть на ней? Да. Как завязывать, так просто? Да. А это куда? Еще раз. Еще раз. Все. Бросай вниз. Так, я... теперь тебе нужно пристать, так, повиснуть на восьмерке, так. Лёш, ты меня слышишь? Да. Короче, тебе надо повиснуть на восьмерке так, чтобы ты мог отстегнуть самостраховку. А, поднять это? На восьмерке. Завис на восьмерке, так, чтобы отцепить верхний самострах. Ну, повис, вот это повис на восьмерке? Нет, это не повис на восьмерке. Это, повис, это значит, что у тебя вся твоя масса на восьмерке висит. Я зря закрутил. То есть восьмерка, она должна быть вплотную к тому верхнему узлу. А, то есть затягивать? Да. А тянуть сюда? Чего? Тянуть куда-сюда или вверх? Вверх легче идет. А через этот карабин нельзя мне прицепиться и пропустить еще один? Так-то легче все-таки. Нет, нельзя, во-первых, потому что если этот карабин случайно выщелкнется, то все совсем полетит вниз. Но ты можешь смотреть и воспользоваться Артемом петлей, которую он оставил под ногу. Видишь? Красная петля. Тогда можно поставить ногу, на ней подняться. Питер этот сплошный. Никто не хочет тратить силы. Все, вставай. Восьмерку вплотную к узлу. Вплотную. Все, наматывай. А, тут не через них можешь мотать на узлу? Все, нормально. Можно обычно через них мотать. Вот я и думаю. Все, теперь... Это отстегиваем. Да. Это отстегиваем. На восьмерке вести. Стой, правой рукой обязательно держаться за вот... Нет. За... Нет, вот да, здесь. Нет. Толкнуться. А это все? Все. Где жопа? Где эта петля? Ее тут нет? Нету. Все, поехали. Все, разматывай и ехай. Эй, ты... Ну ладно. А это нарушение было. Нельзя было левую ногу давать все петли. А, вот давно на том. Так, и спускаешься тоже, ноги перпендикулярно дереву и на коленях. Оп, вот так, да. Так и идешь. Да нет. И можешь прикольно пройти по слэку с оттяжкой назад. Нет, да такой не выйдет. Стой, стой. Нормально уйдешь, очень легко стоять на слэке, когда есть оттяжка. Попробуй. Ваня очень легко ушел до самого конца. До конца тут не хватит. Ну сколько хватит, столько и идет. Иди, иди. Даня?